всех россиян, желающих по-настоящему активно, ярко отдохнуть, приглашаю в этот Тайган, уникальный зоопарк, заповедник, сафари-парк, что хотите. И столько увидите замечательных животных, люди, которые с ними работают, преданные делу. Директор этого парка львов даже ездит верхом на львах. Они ему позволяют, только ему. Приезжайте, не пожалеете. И гостиница есть очень симпатичная, прямо в зоопарке, рядом с городом Белогорском.